Куда-то. Двое или трое ушли, получается. А, да убьем, вы чё, пацаны? Проходной контент. Ну сколько там было? 350 ДПС. Вот, вычитаем двух вагонов. 300 ДПС. Он убивается. Инвизибл, правда, не вагон. Но... сейчас. Пойдем бить пока. Я генч не хватит. Ну, блин. Ну это, честно говоря, ребят, это не прохиливается, если вы на этапе там нет. Не знаю. Ублюду, которые хотели жить, они отошли подальше, блин. А? Так там все урон получали, он бы никак не захилил. Я последний упал, меня просто не хилили. Так я не хилил, потому что других хилили, блин. Там же вихрь этот, как по всем он миликам респей получается. Соберите, пацаны. Это хил. Это пишет он. Или энх. Он энхом хочет. Ну хотя без разницы. Наверное, войдет это в ШП, а его в НХ... Ой, в Рестера. Войд, если слышишь, короче, рыч... Так он и так в Рестере войд. Я выйди кон. Выйди кон Валимир. У меня нет Рестера. Да.
Да, побежали в центр, видите, пока еще рано. Вообще бы нет ничего. Почтение. Бля, мы добьем косарь как-нибудь? Да, да, запасов по 500 дают. Сейчас плюс должна еще здесь накапать. Вы собирать? Да, да, пока что шкаф ставьте. Ух ты, ебать, ДПС мутится. Ебать, это что, 100к? Я же что-то ФПС просел. Вот они слева направо лежат. Да хорош. Не просел. Я это, заслакал. Еще бафы кинули, вообще было бы ништяк. Оба. Гера. Ну давайте. Правильно, ебать, хорош, пацаны. Я чё, кнопка просто так без хд? Да, она откатится еще за и выйдем, босс на ебать. Уровень он подошел. Ну тебе есть МК, ебать. Ладно, дам тебе еще один. Это еще Гера висит, я думаю, почему так быстро кастуются скиллы. Ну да. Ну вообще. Да ты мощный просто. Ебать, 500 экспы дали. Хуеть. Можно как-то их это воскресить? Ну а да, выйдем, это обновим. Жалко, так нельзя сделать. Да, ты в танк, да. Ну я обратно в ДД? Да, ты обратно okay. В ДД. Дайте рутинию. Похуй. Вот тебе нравится, когда тебя рутает друид? Вот и ему не нравится. Похуй. Обожаю. Мачный рут по ночам, по утрам. Важно. В принципе, сантек, как всегда. Да. Пока что не станется дефлизом. Жалко, да. Жалко, что босса не станется. В натуре. Неприятно. Жалко. Как бы ты тогда дипом критовал, скажи мне. Получается, бы не критовал. Ну и нахуй тебе там. Прикинь, профа на перефазе застанете. Так он сам брейд станет. Чтоб он постоял подольше. Перед перефазой. Чтоб он просто АФК постоял. В натуре. Лич кастует, а мы такие ему стан. Ну, по кайфу было бы.
Страшно. А прикинь, этот порт к личу сразу, чтобы через валик не бегать. Это имбалансно было бы. Лагаю написать, чтобы добавили. Он вел бы, короче. Подключим, пацаны. 150 экспы, в принципе, за платформу. А чё вы не хилите-то нихуя, блядь? Да чё? Не прохил, блядь. Не пизда. Голубцы! Давай, блядь. Вот они, бичи. Ну я-то понятно, я не хилил. Мы это все остальные что делали. Но... 150 экспы осталось. А что потом планируют? Потом. На пенсию. На пенсию. Ну еще валик побьем. Ну да, получается. Да, Войт, ты в ШП. Да, можешь. Ну не хилишь. Звезду поставить, это все привыкли уже в звезду. Полторы минуты есть отойти? Не, нету, уже пошли бить. Тебе что, срочно там не надо? Да посмотреть, дети что-то притихли там сильно подозрительно. А, ну давай. Сейчас пойду, если что-то разгоню их. Минуты полторы максимум. Мне казалось, что если дети затихли, это наоборот счастье, нет? Нет, нет, это вообще несчастье. Это значит, что они что-то хуевое делают. Они там мед варят. Рыба на лестницу. Выращивают траву там уже. Что там, чего гильдию покидает? Ну ладно. Ой, так тебе предлагают боешки купить. Чё ты их не продашь-то? Это гильдейцу. Теджу. О! Теджу тебе в личку пишет, типа. Вот, накинь ему ГП за такие разговоры. Да-да. Смотри, как базарит кучеряво. И, блядь, все... импульсивными. Хукмастер может, в принципе, танк спекнуться, написал. Он и так, что уже я же сказал, чтобы он в танк спекнулся. А, окей. Друид, второй танк. Так, и... фаст надо выпить. Ну, не. И каски, да, всем бафнуть. Ламинан, да, он пристан. Магом, луноком. Бронидом, Рогом, ПКшником. Ну все, вроде. А рыба есть? Вот он. А, магия, вы какой щит используете? На просто резист или вы используете? Здесь этот ставь магический доспех, чтоб тебе. Единорог. Не делать больше нечего. Крит терять. Пс. А чё, по паладинам касочка будет? То-то вы потом, блядь. Крит терять, нахуй, дохнет этот конченый. Кайфу. Сопротивление ставишь и пошел, блин. Что МТ на синдре? Хукмастер. Сейчас там нечего делать, рядом с ним стоять? Нет, ты просто босса в бок бьешь, пока третья фаза не начнется. А ты не танчил ее, что ли, ни разу? Нет. А Ваня, ты танчил или нет? Да, но надо тогда в Долоран лететь за шмотками. Как так? На фрост резист. Джипсы поставили. Нет. Убили портал? Нет, нет. Ну, короче, смотри. Да... пока у босса 35% не станет, ты просто ФК стоишь, бьешь босса в бочину, там отбегает. Ну, все то же самое, что на ДД. Да, я поставил джипса, бери из банка вещи. Ну, джи нет, хеллоу. И...
когда третья фаза начнется, то есть вот он забирает, ты за глыбы скидываешь стаки, у тебя будут. Да, лети. А у Шатасика все равно нету этого. Давай так вот. Сейчас поймет, думаю, быстро. Там, короче, глыба кидается, ты уходишь в фрукрешочек со всеми, ждешь, пока глыба, скидываешь за ней стаки, на тебе будут стаки нестабильные. Не нестабильные, а как она называется? Блять. Как она называется? Нестабильная энергия, по-моему. Да, нестабильная энергия, по-моему, что-то такое. Вот, их скидываешь, и идешь боссу сразу, ретаунтишь у него, и он убегает, скидывает. И просто ходит, типа, КД, он скинул, пришел, у тебя забрал босса. То есть за каждой глыбы выходит стаки скидывать. Ну, не за каждый, то есть там как поменялись, то есть как один скинул, сразу идет иметь его. Только через центр не бегай, бегаешь вот, сейчас покажу как. Бегаешь вот так, оббегаешь, вот он там стоит, да, и ты вот так вот бежишь. Оббегаешь его, короче. И вот сюда вот так вот приходишь в кругляшочек, понял? Молодцы, пацаны. Сука, вы бесите, нахуй, серьезно, блин. Падаем? Да нет, нахуй. Бьем, блин. Авелани, а, нормально вы стартанули. У нас танка нету. Ага, блин. Спрашиваю, блядь, мне лететь? Да, лети. Ну ты шмот возьми на фрот резист на всякий случай. Ну я взял. Ну все, пока там, блин, короче. Учимся нахуй. Ладно, Войд, можешь почилить тоже пока. Войд тоже пока что? Да. Понятно, подъебал, заходим все нахуй, просто умираем. Все. Вот, я у меня уже... тоже самое в голове было, бичи, блядь. Так, что-то на арго. Ну, наверное, да, написал, что бичи, блядь. А, пацаны, Войд вообще релок взял. Если ловим глыбу, нас за и выйдет. Блять, только не вдвоем. Она улетела еще, ёманы. Ёбки, блять. Все, сейчас сядет, секунды. Оба. Он там пиздец. Че, все по... Да, все, вот выйдет. Заведитесь на лестницу. Это Зунал Гор. Поставь шкаф, брат. Что, бежать или в лес будете? Здесь добежать. Я понял, он не в Дискорде. Ну, нет, он в Дискорде. Он друг. Привет тебе. Типа муторная вообще цепочка на Зандаларов начально это? Нет. Нет, где-то за полчаса сделал. Мне просто сейчас в этот... Вернее, в ту долину улететь. Совсем так падло не улететь. Там же не открывать эти квесты, которые за голду, пока ты не выполнишь эту началку. Нет, пока началку не сделаешь. Начало обязательно. Началку, а потом уже цепочка квестов открывается. А что, бабки накопил? Спасибо за Гера. Хорошие пацаны. А, вот. Второй раз. Таинственная энергия называется. Ой. Фокус, как дела? Это уже второй раз. Опять, как говорится, лучший. А чё конченый нахуй? Нахуй вы сагрили босса-то, блядь? Для тех, в курсе, да, когда вот за кругляшочек заходишь, босс прилетать начинает. И бить людей. Да, сейчас это не про это дело, тут Гера у нас. По КД спула. Да, Гера, похуй. Так, блядь, там Берсап, он меньше, чем 10, блин. Больше, точно. Или меньше, плохо знаю. Здесь, ну, вот как раз на ход хватится.
Пиздец, надо в рейд брать 4 паладина, чтобы один ничего не бафнул. Хорош. Правильно, ты, да? Нормально придумал. Ну правильно, а чё? Тоже дал хат. Работал космос. Чё, каска там скоро? Да есть на тебе каска, блядь, алё, ты чем ну вот, там, вот она есть? Появилась, только-только, да, да. Блядь. Вот я не понимаю, вот почему на Седжу есть, блядь, я тыкаю, смотрю, что на нем есть баф, блядь, а на тебе нету, ты куда-то потому отходил? Потому что я не умер. А, я понял. На других-то людей. Поэтому нужно полипаваться. Ой, ебало, завалите. Да, в натуре. Не надо. Валера, как тебе рейд? Нравится? Гара, настало твое время, заебись. Что надо Гэндальфу? Гэндальфу нужны меточки на танков. А-а-а. Сколько мы стаков держим? Вот звездочка и круглый шок. Каких тут... стаков? Сколько еще? Вела не танчит. Каких стаков? Ну, потом, когда фаза будет, я про танков. Не стаков, скинул, пошел меняться, скинул, пошел меняться. Окей. У шатастика в хил, в ДД? Шатастика нету ДД, пусть будет. Там, есть ДД? Есть. Есть, но успех. А чего хрюка не запрыгете? Пусть дамажит. Хрюк болеет. Я волонир. Можно нам как-то побыстрее все делать, друзья? Нельзя, потому что люди готовность не подтверждают, блядь. Гентов, что у тебя? ДБМ давать. Я не давал ДБМ, Олег. На без ДС. Так где подтверждение готовности? Так, а миликам надо стопать же дамаг там, да? Ну, типа. А, он сам стопается. Чё она тут? Всё, давайте, давайте, босс. Собожденка сразу же нахуй на все деньги, блядь. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Особо не ждем. Разобьете сейчас. Че, вы решили сдохнуть там? Где? Кто? Ну ладно. Вендор помер, да? Ну, умер и умер. Потом пирогов поедем. Рутин валит. Не знаю, тут... давай, короче, это пока так хрен попозже рисуем маленько. Пачок в этот момент. Сейчас будет притяжка. Беги, малышка, беги! Давай, притяжка. Шалфир, блин. Вагон. Бэри, дроид инвалид шалфира.
Не ледяная ауру убила, это не прохил. Спаяли, у тебя было фул хп, ты сдох просто, блядь. Какая ледяная аура? Ты был фуловый и умер, блядь. Был без страха. Умер без страха. Ну еще ближний бой стоит. Не разбейте, блять, пожалуйста, но сейчас можно разбить. Давай, ушатастик, наверное, чё? Давай, сейчас после этого, да. Берни, наверное, сейчас Берни этого пристал, чтоб пустил. Блядь, где он лежит-то? Не стакайте, нахуй, много, блядь, на себе. За синдром. Сейчас будет притяжка. Уходите из босса. Ну, Вадикон, чё ты спишь? Ой, блядь. Ты чё несёшь? Кто спит? Пиздец какой-то, нахуй, ёбаный. Ой, блядь, я третью притяжку сдал, ты чё, у них третью взлётку. Я даже не смотрел на хп. Разбивайте глыб. Да, я там помер. Сори, я не сказал. Да при чем тут сори? Я не знаю, чел не видит, бля, метку на себе и морозит рейд. Ебанутый, ты чё несёшь? Ты дебил? Тебе сказали, блядь, фаза началась. Ебанутый ты, нахуй, тебе сказали, блядь. Олег, ты слушал, фаза началась, все метки в звезду, хули они там стоят? Я говорю, это моя ошибка, я не сказал, что пойдёшь, что фаза началась. Я не видел просто, что фаза началась. Один РЛ не увидел, и все в глаза ебутся, и я ебанутым оказался, да? Дыра, да я не знаю, нахуй вот эта вот агрессия тупая, бессмысленная. Это моя ошибка. Да кого там половина миликов замерзла? Там я замерз, нахуй, вместе со всеми, блядь. Я просто не видел проценты босса. ДБМ не проанонсил меня, я не успел отбежать. Я поздно понял, что фаза вторая началась. Вы не готовы. Поставить рыбу у меня есть. Вроде всем дал варлок еще.
Ну все готово, давайте полярим босс. Да, чтобы не сдохнуть поближе к боссу подходить. Там перед притяжкой через там 5, ну, примерно 7 секунд будет притяжка. Чтобы вас по два раза не притягивало. Ну, гендер помер, блин. 7 тайп помер. Сейчас после этого дадите это, кто там у Шатастик, у тебя, по-моему, БР еще есть? Нет, я уже отдал же в прошлый раз при Старисе. А, Тресл, да? А у друида инвалида есть, нет, еще? КД. Откатился? Сколько там? 4 минуты. Геншин подъебало, да? Или что, настакал на себе допуял? Падайте нахуй, это залуп, у меня 3 человека. Залуп, я не хочу эту норму дальше. Сейчас я сам все сделаю, блядь. Таунт есть. Один не отбежал, второй не отбежал. Третий под дыхание зашел просто, блядь. Ну как нахуй, просто, ну... Гендер, по твоему дискорде? Нет, он не в дискорде, я же сказал. Алоха, товарищи. Всем добрый вечер. Привет. У Гендальфа нормально все было, и дискорд работал. Сегодня вот она просто не слушала. Телефон сел, потому что она написала. Просто, блядь, за все это время нахуй телефон может же зарядиться, блядь, как минимум на половину. А почему не с компа в Дискорде сидят? Есть такая... Я шнур просто втыкаешь в телефон, в этот, блядь, системник, и все. Просто, тоже блядь. Как вариант. Не у всех все как у вас. И это так его называют. Изи. Тактика. Геншин шарит. Все. Я хожу. Ну понятно. Ладно. Готовность. Там что, есть человечек? Идера есть, что в граде сидит. Тут а. Время просто уже. Так убьем, короче. Там вроде все готовы. Авилания, ты готов? Я же принял ты... готовность. У меня просто на тебе висит иконка за бага, на что тебя рисует. Все, давай, блядь, босс, все готово. Каски только я не бафнул. Да я дал с барабанов. Да. Я перебафнул сейчас. Бляй, бляй, блядь.
Ну. Да? Не заморачивайся, первая фаза, господи, тут не страшно. Просто поставь ее, чтобы люди... чтобы она не вдохнула у нас. Как же по щам получается, блин. Беги, малышка, беги! Все, пиздец, нахуй. Не знаю, как это фиксить, блядь. А, выжила, что ли? Нет, духом. Вот, выносить. За не сломайте, пожалуйста. А чё, типа, я понял. Не освобождён. Долбоём, брат. Шатастик дашь, БР сейчас подает. Ну сейчас уже давай. По этому, по паладину. Несика. Давайте баф. База. Перевели, да, сейчас все переводим. 35%. Сейчас все в кругляшок ушли. Милишники уходят, вторая фаза началась. Килы, помогайте там подхиливать танки, если что. Сейчас смотрим, на топ метка. Ну, сейчас так близко поставили. Маленько дальше отойдите. Добрый час, беги меня. Раз. Раз, фейс. О, кто? Рахафейс, все, красавчик. Маленько в бокс неситесь. Не бейся. Я встать могу. Не ломайте, алло. Не сломайте, ломайте, блядь, алло. Красавчики, все, ломайте, беги, ставь хурюк.
12 хп. Ну, дроид, все, уходи, меня все дистаки скидывают. Разбивайте быстро две глыбы. Вот спирит, ладно. Закиньте это вот иннер, там пойдешь там этот час. Сколько там помер, блядь. Бля, не щели. Ну да. Давай, это дроид он варит БР по хокмастеру, давай быстрее. Сма. А дальше садить. Бивей надо было. А, ну ладно. А чё, подожди, блядь, БР проебали, что ли? Это шастика был. Шалфер близко. Да у нас все, у нас танк умер. У нас БР, если не будет, мы на этот. Че, может быть, все на это КД? Я уже нахуй не вижу нихуя, честно, я тут уже хочу просто пойти спайдить, блядь. Блять, так сложно ставить посередине, что ли, глыбу-то, блядь? Да, тут сложно в другом дело, блядь, блядь, ну. Сложнее, чем в гире. Очень сложно. Сложно осваивать сына, при этом еще рейдер, блядь, очень сложно. Я не вижу половину нихуя. И люди сами не видят. Че, портоваться туда? Все. Ну, у нас три человека уже ливнуло. Нет, ты сдох. Ну, это... Не, ну я тут, если что. Там сейчас я уронил танк. У меня сестра, блин, на этот комп выключила, вот я вылетел. Сестра комп? Да. Или что, или еще раз попробовать? Сам доливали уже. Ну, вернем, если кто там пойдет. Ну-ка. Давайте быстрее, блядь, как-то думайте. Потихота. Именно, блядь, вы долго думаете. Да мне кажется, зачем нервы тратить, тем более вы после Геры. Сейчас еще здесь мучаетесь. А, мы бы, блядь, в Гере, знаешь, если бы там сильно там как-то перенапряглись. Ну все равно, типа, два рейда, 25-ки таких вот, затяжных. Ну мы бьем, мы не бьем. Давай, пробуем еще раз. Я просто... Меня тогда при сумонте. Ставь шкаф, лоб. Я лечу, или можете сумануть. Ну тогда меня тоже давайте. Миндарк. Каким-то убьем. Ну, можем убить просто. Я говорю, тут я не доиграл маленько. Не маленько. Нормально так. Много генш взять, я там улетал уже. Блин. Что там еще у нас есть?
все, до первого вайпа и спать пойду. Сломайте людей. Рого. Кого? Тебя. Ай, бля. Да, это дурацкая. А я хз, как это перерубать, но у меня фреймы другие. И надо ставить макрос. Походу, да. Миндарк, что там где он есть? А равнички, понятно, это что? Там еще есть. Он же сказал такой человек, чтобы его, блядь, взяли в пати. И пошел вкашить. Ну вот медар, блядь. Ну, я понял. Давай. Парк, мод. А, да-да, и да-да, я случайно не тот. Нельзя надо брать. Рыба стоит на лестнице, если что жить. Как рыб там, ну что? Не здесь. Пойдем бить. Да, вы перебили. Выдал хера ты. Сейчас протяжка будет ближе подходить. Ебать. Хукмастер. Вот так, блядь. Чистый. Дыхание. Табак или что это было? Как он так протянул под дыхание? Что, у нас два бойера? Да, наверное, это друг инвалид треса из светика. Не разбейся, слегка. Не, я все спать пошел. Сейчас задарка. Все, нахуй, это залупа полная, блядь. Я тоже пошел спать. Не прикольно. Я под морду? Ну, да, конечно, нахуй, в пизду эту игру, блядь, нахуй, конченую. Нахуй, решили попробовать последнее, она просто, блядь, трех человек подъебала, запихала себя, блядь, под протяжку. И дыхнуло в ней.
говнище ебучее. Ну это мы не виноваты же, да, это? Не, это мы не виноваты. Ну, две глыбы-то вы виноваты. Виноваты в том, что еще две глыбы не разбили. Не, я в глыбе стоял. Беги, малышка, беги! Ладно, завтра будет. Лучше трай. Завтра новое КД. Но, завтра побыстрее все это будет, нормально. Ладно, спасибо всем. Да, спасибо, добро. Она что, забагалась, блядь, окончательно? Да, всегда так. Всякое.